Нам понадобится круглая заготовка из фанеры, морилка для дерева, кисточка, белые бирюзовые акриловые краски, циркуль. Я уже без камеры нанесла морилку в заранее очерченный круг и теперь, смешав бирюзовый и белый цвет, покрываю свободные от морилки края заготовки. Теперь я закрашиваю деревянные римские цифры той же морилкой. Купила я их в художественном магазине Леонардо. Примеряю примерное расположение цифр и рисую циркулем внешний и внутренний круг. Теперь столярным клеем приклеиваю циферки. Это можно сделать и другими видами клея. У меня некоторые цифры получились неправильного расположения. Почему так получилось, объяснять долго, но мне и так нравится. Теперь я беру белую краску и тонкую кисть и обвожу им круги, нарисованные циркулем. А также рисую элементы напротив цифр. Настало время вставить часовой механизм. Более подробно об этом у меня есть в видео про зимние часики. Также дополнительно я крашу в белый цвет секундную стрелку. Часики в стиле рустик готовы.
Большое спасибо вам за просмотр моего видео. Если вам оно понравилось или оказалось полезным, то, пожалуйста, поддержите меня лайками, комментариями, а также подпиской на мой канал, если вдруг вы еще этого не сделали. А также заходите ко мне в гости в Инстаграм и ВКонтакте. Ссылки оставлю под видео в описании. До следующих встреч!